И сейчас мы открываем официально блог Куйбышевского района. И открывать его будет Васильев Владислав с песней «На даче». Для костелька лютый за окном. На моей улице давно уже весна. И дух захоплює немов він висоти. Бо так живу, немов літаю я. Так немов літаю я. Кожну мить колись зі мною ти. Мила моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила колись з тобою, літаю знов і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом. Бо не бажаю ні хвилини самоти. І там живу, немов літаю я. Так немов літаю я. Кожну мить колись зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі. І я на небі, мов на земному небі, мила колись з тобою, літаю знов і знов. А часом коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно, згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки, теплим таким. І я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила колись з тобою. І я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила колись з тобою, літаю знов і знов, літаю і знов і знов. Летаю и снова и снова. Добрый день, Владислав. Здравствуйте. Вы молодцы, очень-очень хорошо исполнили песню. Знаете, вот что мне вот показалось? Мы здесь оценим не только вокал. Вы вышли, все замечательно, спели, все хорошо, там, да, были какие-то, может, нюансы. Но вы, помимо того, что вы вокалист, вы еще артист. Вот мое мнение, что вы простояли все время на одной ноге, вот так вот, понимаете? Ну, а хотелось какого-то, я не знаю, какого-то движения другого, оживления, потому что песня проиграла, и она прошла, все. И как-то и ощущений никаких после нее не осталось. Хотя песня, замечательная, и вы спели ее на уровне. Поэтому, наверное, вам мой совет больше работать над своим артистизмом, потому что артист, заметно все, каждый взгляд. Вы на меня посмотрели, вы на меня не посмотрели, вы там пальчиком подняли что-то, не знаю. Я вам желаю удачи, в принципе, вы очень хороший вокалист, у вас все получается. Спасибо. Если ты такую именно стилевую задачу взял себе как певца,
то ты пожалей свои мышцы голосовые, когда ты наверху поешь. Потому что в какой-то момент тебе это как бы аукнется. Понимаешь? Выбирай удобную тональность. Потому что ты поешь не на резонаторах, ты поешь просто на мышцах. Мышцы долго это не выдержат. Понятно? Так что тебе надо заняться распевкой, ну, школой вокальной надо заняться. Понятно, что ты поешь песни те, которые нравятся, но чтобы не испортить себе голосовые мышцы, надо обязательно распеваться. Хорошо? Да. И подбирать точно тональность. Спасибо. Спасибо.